На самом был интересный вопрос, конечно же, как будет действовать на плаку Эмбер Спирит. Но пока снизу драка, подловили Куди, поставили сентри, видимо, здесь не спасает, это First Blood. Стакивать себе иногда. Единственный вариант только в том, что Эмбер Спирит будет довольно серьезно страдать на верхней линии, потому что Слардер и Вивер, несмотря на то, что кто-то из них там суппорт, кто-то из них оффлейнер, неважно, все равно будут очень серьезно пробивать. Но вот здесь нужна, конечно, грамотная поддержка суппортов, которые подоспели, пытаются Слардера взять через телекинез, поближе к себе пододвигает Ронг. Правда, Ксина разворот неплохо из руки пробивает, уж свором были уже накинуты. Есть ран по троим героям, упадает Эмбер Спирит, минус Рубик, еще и Кея можно взять, неужели это минус 3? Фантастика, они просто уничтожили трех героев. Успел сказать то, что Oracle это действительно неплохой герой против Дарксира, но вот кроме как против Дарксира его особо-то и не пикают. Так, то есть его особо-то нигде и не увидишь. Там, для сейва... Так, а Ронг у нас проблем, возможно, будет, нет? Станчики залетели по двум героям вновь, я вижу, Сформ залетели уже, у Рубика большие-большие проблемы. Есть рингчейнс от Лена, разворот Вивера, возможно, смогут взять. Да, это размен Вивера на Рубика, и Слардер ретировался. Активно Ло вместе с Ченгом шли прям по таверку, от очередной краш залетает по Эмберу, да еще и под крипами, да еще и Ло пробивает с руки, Сформ сверху. Флеймгард активирует от физических атак, это не спасает, в любом случае прекратили свое движение в сторону Лея сейчас героя, хотя... Добирают они Рубика и возвращаются к убийству Лео. Лео проблемы, двойная тычка от Кси, это очередные два фрага используют. Мы видим дополнительность, здоровье восстанавливает Вивер и благополучно сваливает. И ну, как-то размениваться в свою пользу, не убиянок, тут можно было бы. Ты посмотри, вот опять Паша залетает, это же какая-то с формы, есть и рингчейнс, конечно. Но дальше будут шикучи и будет погоня, центр, конечно, стоит, нужно придержать Лоу, придерживает фаербластом, очередной краш достает Слардер, у него есть Транквил Пулс, и смогут ли спасти Ле выживает, да, вот у Лоу большие проблемы. Потянулся от GDR, еще на помощи Хоумкин, Слардер ускоряется, вновь краш, на этот раз по одному Рубику, но этого хватает, чтобы Рубика забрать. Размен один в один, Вивер на Рубика, там и стаки, но подтягивается Вивер, а Вивер против. Вивер говорит, я тоже хочу, он забирает экспу, забирает даже одного древнего крипа, поднимается на пригорок, правда, такие плюхи очень болезненные, Темплар Ассасин, вынужден использовать таймлэпс, уходить в Шикучи. Ну и вот Темпларка тоже осталась не очень-то и довольна, потому что весь экспириенс забрать не удалось. Еще и самые жирные древние крипы остались-то здесь. Лардер подтягивается, коррозив хейзом, накидывает им древних крипов, пытается просто-напросто уничтожить. Подтягивается Темплар Ассасин, Рубик тоже здесь залетели с формы. Подтягивается еще и Legion Commander. Огромное количество подключений со стороны и Хомкина. Вот что в результате получится, всем понятно. Была, видимо, дуэль какая-то. Два фрага уже сделали, Темпларку уничтожили, подтягивается Эмбер Спирит. Смог унести... вынести в таверну Слардера, и на этом, я так понимаю, так заканчивается. Или нет, Огармак здесь еще встрял, или не встрял, на развороте, здесь еще Эмпер Спирит. Но 1 в 2 получилось, плюс опять-таки драка за древних крипов. А покупать Доминатор с ХП регена очень даже кстати, ну и впоследствии он тебе тоже помогает, поэтому... Ну, даже Доминатор приятный артефакт. С фрифарма люди приобретают себе Доминатор, такой тоже неоднократно видно, сейчас посмотрим за момент, время к этому моменту. Куди Рубика пытается взять, и, да, по-моему, очень уверенно и быстро его разобрали. Возможно, Топлака на развороте Сладера попытается уничтожить, тут хотя... 20 урона. Просто зарабатывает за одну драку, ребята зарабатывают 20 урона, 10 на Слардере. Потому что Рубик проигрывает сворованную дуэль. И еще дополнительную десятку на Легион. Да, такое было в первой доте, я еще помню. Ну, просто потому что, ну, баш пробивал абсолютно все, и ничего с этим сделать было нельзя. На тот момент. Но потом, конечно, это... А сейчас он что не пробивает? Сейчас же он тоже все пробивает. Нет, все пробивает, да. Просто вот этих пермобашеров-то и особо не использовали. Помнишь, Faceless Void в качестве суппорта, Slaughter суппорт. А тролля вообще нет в доте. То есть, ну, вот такое было. Возможно, это все вернется. Так, на стерень драка-то продолжается. Лес залетает, стерень чейнс по двум героям. Темпларка бьет с руки через рефракшн, даже разорвали Оракла. И все вроде на этом, да? Куди вроде спасается, да, у него там инвиз. Или на развороте подтягивается еще Вивер, накидывает сформы, пробивает с руки, пробивает неплохо. Что дальше? Лея, возможно, будут какие-то проблемы. Лея пошел до конца вперед, сейчас будет, видимо, активирована дуэль. Жижи пытался кого-то поймать. Да, и ловит до сих пор. Есть коррозив хейс на Эмбер Спирите. Ну, давайте, ребят, ну покажите нам, что же там дальше происходит. Кто погиб? Кто прав, кто виноват? Кого уволить? Ну, походу, меня уволить, потому что вообще ничего не прогружается. Ну, что ж такое? Ну, вот, наконец-то. Эмбер Спирита убили, Дарксира убили. И, возможно, там еще под сформами, я вижу, встрял Темплар Ассасина, Гармак. Кто из них выживет? Большой вопрос. Хотя и сами побиты. Выживут оба. Тут уже Ехом никуда не полезут. А вот Рубик куда-то лезет. Не совсем понятно. Хочет фейтболтом убить Легионку, но у Легионки есть пресс за атака, поэтому тут просто погибает Рубик. Ни за что совершенно. Там ее убили, эншентов каких-то подзабрали. И вот у темпларочки нету дизолятора до сих пор. Сейчас я еще и убивать буду, судя по всему, потому что там был Слардер, да, он залетает, у него уже есть блинк-даггер. Нужно подсветить темплар Ассасина, значит, коррозив хейза.
Ну а случилось ли это или нет, мы узнаем после короткой паузы. Тарам-пам-пам. Ну и давай, Слартер. Ну да, вроде подцепили. Там, боже мой, у Клинкс-то уже. Чего так больно пробивает? У него там изолятор, что ли? Скоро будет. Почти, почти изолятор. Так больно он пробивает, просто потому что огненные стрелы 4 уровня носят чересчур много урона. Изолятора у него пока нету, но скоро будет. Поймали Эмбера под Corrosive Haze'ом. Вот, вакуум от Дарксира, но это не помогает совершенно никак. Пошла дуэлька в Дарксира. Дарксир погибает. И еще под Corrosive Haze'ом находится Рубик. Приятно играть Рубиком против Ивера, потому что ты у него постоянно Шукучи воруешь. А Шукучи для Рубика — это очень полезный скилл. Ты можешь забежать в центр траки, кого-то поднять, кого-то там поддамажить и еще успешно уйти. Первыми хомкины уже очень быстро разобрали. Рошан, правда, позиции чуть получше были. Юпьянка, они будут возле своей святыни, плюс ко всему еще с хайграунд начинает замес. Но от залетает пяти героям, плюс краши. Есть вакуум, в целом неплохой. Вроде как дуэль была использована Эмбер Спирит, она выигрывается. По итогу это минус 2, никого не потеряли. И хомкины будут продолжать, конечно же, свою погоню. Но нужно стараться догнать. Догоняет крашем двух героев и Дарксира, и Огармага сейчас. Слардер, Нинчен продолжает движение в сторону противника. Это уже минус 3, остается в живых Огармаг. Ну и даже несмотря на то, что его не топили, good game был played, карт на этом заканчивается. Круто. Просто круто. Да, как-то быстро у нас закончился сегодня рабочий день.